Здравствуйте, дорогие подписчики, друзья и гости нашего канала. 19 августа мы выехали из Анапы утром в Новосибирск. И сейчас мы уже находимся в Новосибирске. И какое-то время я не выставляла видео. Просто не было времени, никогда. 4 дня мы были в пути. И сейчас я специально сняла этот участок для того, чтобы показать и напомнить. Может быть, кто-то забыл, а кто-то и не знает, что здесь, под Уфой, крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа, произошедшая в воскресенье 4 июня или 3 июня в 23:14 по московскому времени в 1989 году на Транссибирской магистрали в Иглинском районе Башкирской АССР и в 11 километрах от города Аши Челябинской области на перегоне Аша-Улу-Теляк. В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов номер 211 Новосибирск-Адлер и номер 212 Адлер-Новосибирск произошел мощный взрыв облака легких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе Западная Сибирь, Урал, Поволжье. Погибли 575 человек, по другим данным 645. 181 из них дети. Еще 623 получили ранения. В катастрофе пострадали жители из 45 регионов РСФСР, а также еще 8 союзных республик. Всего пассажиров было 1284, в том числе 383 ребенка и 86 членов поездных и локомотивных бригад. На месте, где произошел взрыв, стоит памятник, и сейчас мы с вами увидим его. И затем наш поезд подъедет к станции Аша. Ехали в плацкартном вагоне, правда, место у нас неудачное, мест не было, около туалета одно нижнее и два верхних. Ну, хорошо было то, что был кондиционер, и на стоянках мы выходили на улицу, стояла такая жара, а в вагоне было даже прохладненько. Ну, а вообще мы любим ездить на поезде, чтобы смотреть в окно, любоваться природой, смотреть на города, дома. Ну, в этот раз я сняла только, когда мы проезжали Урал. Я потом выставлю видео. Очень красиво.
хотела показать, вот где произошел этот взрыв. Мы проезжали, но я не видела сама. И мне подсказал проводник. Я спросила, и он сказал, где это произошло. На 1710 километре. Ну, а сейчас мы подъезжаем к городу Аша, Челябинской области. Мы в Анапе находились это с начала июня по 19 августа. Нам нужно было приехать и получить документы на квартиру. В прошлый раз мы ездили, получили ключи, а документы не были еще готовы. И в этот раз мы забрали документы, затем заключили договора с компанией «Водоканал» и мусорная компания. Водоканал, они должны были нам поставить пломбы. Ну и разобрались, что, как и сколько платить нам, куда платить. Ну, мы все это делаем через интернет. Дали свою электронную почту, чтобы они нам присылали так удобно, потому что мы не можем постоянно там находиться. Ну, пока вот так мы будем ездить. Посмотрим, пока мы еще не на постоянное место жительства. Муж имеет российское гражданство, а у меня казахстанское. Но чтобы находиться в России, у меня на жительство. Пенсию я получаю казахстанскую. Рассчитываюсь в магазинах своей карточкой Народного банка. На данный момент мы находимся в Новосибирске. У нас проблема с машиной. Почему-то не стала заводиться. Нужно ее обязательно толкать. Нужно сделать. Ну и мужу нужно попасть в больницу. Записался на сентябрь. Окулисту. Сделаем все дела и уедем в Казахстан. Ну а кто впервые на нашем канале, меня зовут Татьяна. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И спасибо за просмотр. Всем пока. Наша марка на качестве.